Время работы 12 часов. Это было 12 стримов. Ну и видите, все началось с готового рисунка на бумаге. Да, сначала был нарисован на бумаге, даже обведен рапидографом. Уже не помню каким, неважно. Главное, чтобы вам удобно было им рисовать. Я нарисовал, и это была такая отправная точка, чтобы можно было его подправить, потому что я все-таки видел какие-то неточности, не смертельные, но все-таки, которые мне хотелось подправить. И, собственно, это я и делаю на компьютере, подправляю какие-то недочеты. Грехи. Да. А какие-то иногда бывают косяки в плане пропорциональности персонажа. И тут можно повертеть на компьютере и подправить. Ну да, посмотреть, как нравится, как не нравится. И вы видите, это второй, один из рисунков, которые Игорь готовил. Просто мы решили тогда выбрать его для такого принта летнего, но когда мы закончили, когда Игорь закончил эту иллюстрацию, уже лето закончилось, но в любом случае, мне кажется, лето еще повторится. Да, и, ну и вообще мы решили не привязываться к лету. Да, это просто сделать сочного, счастливого конца света. Как-то однажды мне пришла идея в голову нарисовать его с такой длинной трубочкой. Здесь еще вот в чем был косяк, эта трубочка была неправильно нарисована. Она должна была кружить вокруг него, а так не получалось. И вообще мы просто благодаря вам пообщались, вы просили сделать стикеры, мы решили, можно сделать стикеры, и начали рисовать вот такие зарисовочки, брать какие-то ситуации с Оливером, с Амандой, с Софией. Ну да, и вы видите, что мы будем продолжать. И вот я сначала накидывал контур, на самом деле. Я думаю, если вы иллюстратор, принципы работы могут быть разные. Вы можете даже набросать цвета для начала, чтобы определиться с силуэтом персонажа или как он лучше выглядит, а потом обвести, потому что всегда по-разному рисуют, кому как нравится, какого-то единого нет способа, но тем не менее. Да, и кстати, мы заметили, что всегда нет единого момента, когда ты чувствуешь, что закончил иллюстрацию. Да. Я хотел тебя спросить, ты всегда делаешь эти пометки каким-то другим цветом на отдельном слое? Да, я даже когда рисую комиксные страницы, я себе оставляю пометки, потому что иногда это бывают детали, которыми я не хочу сейчас заниматься, которыми не хочу запариваться, поэтому я делаю отдельный слой и пишу, вот здесь надо поправить, там, или кружочком ввожу то, что тут надо кисти дорисовать, здесь надо что-то с пропорциями. Короче, в следующий раз, когда ты садишься, чтобы можно было. Да, потому что иногда работа занимает много времени. Особенно если работаешь над страницами комикса, это зачастую не один день, то какие-то детали я оставляю, но чтобы их не пропустить, я делаю себе пометки. Да, уже под конец подправляешь. Да, и чем удобно поворачивать персонажа, то что вы можете подправить его более пропорциональным, сделать, увидеть, насколько хорошо получилось передать объем. Потому что если вы повернете, ниже. Да, вы его повернете, он может быть кривеньким. Зачем ты рисовал вот эту всю структуру заново? Ты почувствовал, что он у тебя как-то неровно стоит? Да, и структура неровная. Я подумал, что, возможно, там, тело длиннее, чем нужно. Ну и опять же почувствовать объем какой-то, чтобы понять, что подправить. Просто иногда ты чувствуешь, что что-то неправильно. Не обязательно, чтобы все было на 100% пропорционально, там, анатомически верно, потому что иногда главное чувствовать, чтобы оно было верно. На глаз. Да. И все-таки я уже сколько рисую Оливера. Это придумал Пикассо. Да. Рисую Оливера, у меня есть свое представление о том, как он выглядит, даже если там какие-то это мелочи в плане того, какой нос у него, даже он не, иногда не такой 100% выше, да, длины, но все равно просто чувствую, а он должен быть таким. А иногда это зависит от ситуации, в котором там просто забавный рисунок, да, или милая мордяха, тоже опираешься на свое ощущение того, как оно должно быть. Ну, в общем, и экспериментируешь. Всегда получается более одинаково. Ну да, я стараюсь так делать. И вот подходит к концу твой этап контуровки. Да. Я вижу, ты делаешь и черные места вроде тени. Да, оно помогает создавать объем, более глубокие цвета. Это такие места, куда свет не особо попадает.
Контактная тень ее еще часто называют. Ну, скорее брошенная тень, чем контактная. Ну, в местах, где соединяется. Привет. Ну, вот туда, куда свет меньше всего попадает, такие как бы складки, как вот под, там, где кисть, такие маленькие тени. Но, опять же, то, какие тени рисовать, зависит от вас. Многие комикс-художники, например, они могут рисовать большую, закрашивать много черным, могут мало черным раскрашивать, даже взять стиль Майка Минола, который рисует Хеллбоя. У него там много чего раскрашено черным цветом, такой объем создается, тоже своя своеобразная стилистика, которая тоже хорошо работает. Ну и помогает порой сэкономить время, а иногда отнимает время. Ну, главное понять, как тебе удобно работать, как быстро работается. И тот стиль, с которым тебе комфортно, тогда, я думаю, уже можно не запариваться по поводу того, что другие могут сказать или подумать, если вы считаете, что это правильно. Или... Сейчас ты наложил, получается, базовые цвета и прикидываешь фрукты? Да, я взял для цвета Оливера цвета, которые были уже подобраны заранее для палитры его. Они были как для макета персонажа, для анимации. Но я решил их использовать здесь и вот набросал, это ускоряет процесс. И сейчас была идея... Чем заново находить. Да, была идея не просто сделать Оливера, стоящего со стаканом, но сделать какой-то фон, окружить его чем-то наполнить. Ну, что ты будешь смотреть, тебе захочется кушать. Да, захочется пить. Чем-то наполнить. Я подумал, тема картинки все-таки в том, что он пьет, и это вызывает у него какие-то чувства. И, скорее всего, эти чувства будут связаны с тем, что он пьет, насколько сочно. Что после того, как он побьет, он также что ли. Да, насколько вкусно. И я подумал, это может быть взрыв фруктов, как какая-то, как в рекламе. Мне сразу представился какой-то реклама йогурта. Ну, знаешь, это такой настолько концентрированный коктейль, мне кажется, что он пьет его через длинную трубочку, чтобы... Да, сейчас у него еще появится цвет этого коктейля, поэтому можно согласиться с тем, что он концентрирован. Почему ты все фрукты сразу раскрасил? Красил оранжевым, то есть одним цветом. Ну, опять же, как я и говорил, можно не сразу рисовать контур, можно нарисовать цвет. И в этом случае это как силуэты. Я пытался понять, какие фрукты будут, как их лучше разместить. И уже не после... забегая в детали. Да, не забегая, не уточняя. И позже я уже буду как раз рисовать на них контур. И тут также фрукты, чтобы нарисовать фрукты. Я посмотрел какие-то исходники, какие-то вкусные исходники, которые с такими сочными цветами мне понравились. Когда ты рисуешь, и слюни текут. Йогуртики такие. И я зачем их взял? Для того, чтобы смотреть, как их лучше нарисовать, как они выглядят, чтобы вдохновляться и подбирать цвета также для них. Это помогает экономить время. Вах. Да. Вот уже фон появился. Я подумал, что стоит подобрать и цвет для фона, потому что это сразу затает картинку всю. Ну да, сочетание в общем и в целом, чтобы видеть. Мы, кстати, пропустили, сколько времени занимает контуровка и обводка. Я помню, 2.5 часа что-то там отнимает. Потом раскраска где-то еще 2 часа. И потом детали отняли 7 часов, что и полчаса заняла надпись. Вы еще увидите эти сообщения и детали. Но... Сейчас будет этап, когда Мы перескочили один этап, когда был подбор по ходу тени. Вот, 7 часов работы над деталями. Да, подбор теней был. По-моему, сейчас будет. Вот сейчас будешь экспериментировать. И здесь я подбирал тень, делал особые какие-то наложения. В итоге пришел к тому, что просто нарисую тень, сделаю наложение умножения, по-моему. Потом еще сделал свет отдельным слоем, чтобы не запариваться. Опять же, обычно экспериментирую, в этот раз так решил попробовать. И опять же, что касается экспериментов, Игорь ушел в этот
Здесь CG-шность, реалистичность, фруктика. Саша такой, слишком реалистичная какая-то картина. Но оно начинает выбиваться, и я сказал, давай сделаем что-то более попроще. Я и думал сделать стилизованный, сейчас буду чуть исправлять фрукты. Тем не менее, были кое-какие пометки, они будут чуть дальше. В плане фона я в голове держал какие-то детали, какая форма может быть, потому что по ходу вот сейчас выскочило быстро, но по ходу работы все равно появляются какие-то мысли, какие-то образы. Детали, образы, которые, кажется, бы могли улучшить картинку, и я стараюсь набросать, если что-то пришло новое в голову, особенно если работаешь не один день. А так получилось, что я работал в разное время, опять же. В основном в стримы. Да, во время стрима. Да, это которые у нас проходят каждую неделю по субботам. И, собственно, было время, приходили какие-то мысли сами собой, или опять же думал над картинкой и добавлял. Что я тут раскрашиваю чернику. Смотрел опять же на фото, чтобы раскрасить их. Тоже во время подбора цвета такой процесс нехитрый. Ты смотришь, как лучше подобрать. Сообщение глюк компа. Это когда все слетело прямо это, во время. Это когда ты рисуешь, а потом пац, слетает во время стрима. А потом ты заходишь, у тебя черный файл, и ты... почему не сохранил? Поэтому очень важно делать резервы. Особенно да, копии игры постоянно копируют в папочку, отдельную рез, и потом, если что, вылазит туда и копируем. Да. Поэтому регулярно сохраняется, перекопирует в другую папку. И сколько не пробовал разных программ, которые рекомендуют по восстановлению, ни разу ни одна программа не восстанавливала, поэтому резервная копия сама она. И тут я пытался уже рисовать фрукты более стилизованно. Вы можете заметить, как фрукты... Как скачет экран. Фрукты такие, чернички не круглые, а более угольные. Я подумал, о, прикольно будет делать какой-то такой... Чтоб ты ел и кололся. Стилизация. Это все-таки его ощущение того, как выглядит вот этот непонятно розово-ядовитый цвет. Поэтому он выглядит именно так. Как ты обычно работаешь? С цветом вообще подбираешь какую-то гармонию или все в основном на глаз происходит? Ну, я смотрю в соотношении на глаз, да, как лучше это сделать. Я сначала подбираю основные цвета, а потом начинаю опираться на то, что у меня есть. Я поэтому и сделал фон здесь в этот раз. Уже сделал фон. Он тут у нас такой бирюзовый, с переходом на желтый. И поэтому вот небольшие блики, которые я делал на клубнике уже, вот внизу уже можно посмотреть ниже. На одной клубничке есть блик, и я его делал, опираясь на то, что окружающий свет, то есть фон, чтобы все сочеталось, такой рефлекс небольшой. Также я учитываю, конечно же, направление света, которое у нас идет слева, сверху, оно такое... явно яркая, да, направленная, что даже выражается у него на патнике, поэтому тоже я учитываю это при рисовании и делаю. Вот тени, например, как на хвостиках клубники, они снизу идут, то есть противоположно тому, откуда падает свет, и учитываю это при рисовании остальных фруктов. Ну и мне нравится вот этот вот завершение, когда я у тебя спросил, что же это такое на заднем фоне, и получилось, что это вроде какая-то абстракция, но почему-то я всегда представлял такой, знаешь, замороженный лед на заднем фоне, какой-то сок такой замороженный, видели, да? Не, я сразу представил, что это какой-то вкусный ананас, и держал это в голове, оставил даже себе пометку и хотел чуть подправить. Просто он не похож на ананас, поэтому... Не знаю, для меня похож, ну, это какое-то желе даже, может. Ну и вот тут я уже начал, после того, как обвел все фрукты, как я сказал, сделал контур, я уже начал работать над проработкой фруктов, объема, в зависимости от того,
где они расположены, как падает свет, и исправлять какие-то мелкие недочеты. Чем еще удобно было работать сначала с такими цветами, силуэтами? С тем, что можно было сначала поиграться с их формой, объемом, и когда ты уже определился, можно уточнять эти рисунки, как было с клубникой, как в дальнейшем будет с киви. Киви, да. И уже ты не запариваешься по поводу того, что надо подправить, хотя это тоже можно сделать, но проблематично, когда у вас есть готовый контур, если только не сводить его вместе с киви и подправлять поверх. Как ты понимаешь, какой объем и где накладывать это, вот эти цвета, или это какой-то у тебя сразу есть видение, ты, вот здесь такой поворот, или уже приходит это по ходу работы? Ты имеешь в виду объем на киви? Ну, вообще на киви, на клубнике, потому что изначально это плоский объект. Ну, я заранее предусмотрел, как он будет смотреться в объеме, и оно уже было на силуэте. А потом, что касается цвета, опять же, смотрю на то, откуда падает свет, смотрел опять на исходник, как лучше нарисовать киви, и опять же пытался не вдаваться в какие-то излишние реалистичные детали, потому что нужно было сохранить эту стилизованность, угловатую. Да, это здорово. Это сейчас начнется квест, угадай, какие фрукты на этом принте. Это маленькое что-то, какой-то апельсин или что, ты сейчас рисуешь. Да, это кусочек апельсина. Итак, Оливер. Наш самый активный персонаж в пока истории счастливых концов света, которого вы видите чаще всего. Пока что. Да, но также нам хочется показать и в действии Софи, Аманду, но это будет чуть позже. А мы к этому стремимся. Ну, Оливер здесь, как видите, по цветам, это все отражает его вот характер. Тут была идея сделать такой всплеск, что-то вроде смыла или волны, эта идея не прошла, и я решил вернуться вот к этой идее, когда все выглядит вроде брызгов, свел слои фона, всплеск, да, и сделал вот такой вот силуэт, который дальше чуть-чуть дорабатывал. То касается сведение слоев, то тут тоже какое-то время, когда учишься рисовать в фотошопе, когда учишься тоже делать что-то новое, чего не знаешь, когда даже пробовал рисовать комикс, рисуешь все на отдельных слоях. Я помню, когда рисовал первые страницы, это было очень много слоев для каждого отдельного кадра, ты рисуешь по несколько слоев, сейчас же научился рисовать только на двух слоях для персонажей, для фона. Это упрощает процесс, ты можешь легко подтереть, нарисовать поверх или под низ. И это помогает также при раскраске. И здесь тоже нужно привыкать рисовать, сводить слои, чтобы как-то удобней работать. И для меня это, да, для меня это было каким-то таким сложным препятствием, потому что это все-таки и особое какое-то, да, состояние ума, когда ты думаешь, тут надо свести, не надо 500 слоев, потому что когда ты сводишь, в принципе, ты думаешь не о том, как нарисовать или исправить на отдельном слое, ты думаешь о том, как просто рисовать, как на картине. Ну да, когда на картине ты же не будешь отменять, копировать, создавать новый слой, ты все рисуешь поверх. В принципе, это создано было, чтобы исправить какую-то ошибку, но в любом случае, даже художники опытные на картинах, когда рисуют, они рисуют новый слой поверх, и даже так исправляют какой-то недочет или неточность. Тут я уже начал больше работать на фоном, завершать, добавил такие брызги какие-то молочные, но если бы это был ананас и молоко, то молоко бы свернулось. Поэтому это просто какой-то стилизованный... Это кефир. Это крем взбитый.
И вот я уже дошел до этапа, когда я исправляю какие-то пометки, опять же, детали, которые я отметил в начале или по ходу, и смотрю, что требует какой-то доработки или что можно уже оставить, не дорабатывать, потому что когда ты рисуешь, следует обратить внимание на то, на чем акцентировать внимание в рисунке. В нашем случае это был Оливер, все-таки его чувства и фрукты. Ну да, они скорее смотрели на него, а не на всю картинку, и он терялся. И фрукты скорее должны были дополнять картинку, чем перебивать, поэтому реалистичность в этом случае как раз и не сыграла роль, нужно было упростить, что мы и сделали. И поэтому здесь я тоже пытался не вдаваться в какие-то супер детали, какие-то проработки, и делал более упрощенную версию. Ну, почему, как правило, детали занимают много времени? Потому что ты кропотливо работаешь над каждым кусочком. Нет, потому что это детали, их бывает много, и ты просто иногда экспериментируешь с тем, как лучше это сделать. Потому что иногда это бывают сложные моменты, в которых нужно приблизить картинку, что-то доделать, или ты смотришь, опять же, чтобы эти детали сочетались с общей картиной, потому что в картине есть моменты, которые, как мы это назвали? Опять же, получается, как расставление акцентов. То есть, ну да, туда, куда ты хочешь больше акцента, там лучше выделить как-то светом, тенью, контуром. Тенью, либо расположить меньше там объектов, а сделать больше. То есть, тут, опять же, играет роль правильная композиция, правильное расставление объектов. Это все нужно учитывать при работе. Если вы не планируете заранее картинку в виде скетча, то по ходу нужно смотреть, иногда делать перерывы, чтобы смотреть свежим взглядом. Возможно, вы увидите, что возможно, не стоит тратить столько времени, чтобы все продеталивать или добавлять какие-то дополнительные детали. Как вот, например, я здесь начал мучить ногу. Саша говорит: она отлично выглядит, и ты такая, но мне не нравилось то, что она немножко корявенькая, неаккуратная. Я хотел что-то добавить, поэтому... Ну, это своего рода стилизация. Ну, стилизация, но все равно выглядела как неподправленная, и я пытался использовать какие-то свои какие-то приемы. Ну, опять же, да. Это такой... С помощью фигурных кистей. Процесс поиска. Или с помощью стирания. Ну хорошо, а что тебе больше нравится? Заранее нарисовать и в процессе, получается, уже работать над тем, что продумано, или же в процессе работы находить что-то, открывать, да, придумывать? Но... Хоть это и занимает больше времени. Да, мне кажется, это занимает больше времени, но они оба хорошие варианты. А если есть что придумать заранее, иногда наброски полностью продуманные заранее, не знаю, лучше идут, и их рисовать интересно, хотя порой кажется, что в них пропадает какой-то момент вдохновения, но тем не менее. Ну, просто когда ты рисуешь, ты как будто бы открытие какое-то делаешь, когда что-то нашел, так и в писательстве есть. Но тут тоже может запал кончиться, когда ты просто вперед рисуешь, не запланировал, не знаешь, чем кончится. Ну и, конечно же, во время такого запланированного тоже есть эксперименты, потому что просто да, там наброски. Момент открытия, он находится именно на наброске, ты и там его делаешь, а дальше ты переходишь в работу. Уточняешь, да. Ну, лучше заранее все спланировать, чтобы немного времени тратить именно в процессе рисования. Какую-то долю оставить там для импровизации. Вот пришла пора добавлять на текст, потому что это все-таки принт, и мы на этом закончили. Да, вот так выглядит, получается. Давай. Готовый рисунок. Вот так выглядит наш готовый рисунок Оливера, который мы превратили в принт. И мы вас всех, кстати, приглашаем, если вам нравится этот рисунок. Если вы хотите себе такой же принт на футболку, даже на чехол мобильного и так далее, так далее. Там много вещей, вы можете зайти, посмотреть. Там даже есть свитера разные. Батники купить, то, что да, вам понравится. Да, и есть ссылка под этим видео, там может, со скидкой. Да, со скидкой, так что бегите и переходите, не стесняйтесь. И еще пару слов напоследок, друзья.
Спасибо, что смотрели это видео. Мы старались сделать его по максимуму интересным и полезным, поэтому если вам оно понравилось, мы будем очень рады, если вы поставите лайк, поделитесь им с друзьями, чтобы о нем узнало как можно больше друзей. Ну и подпишитесь на канал, если не сделали еще этого. Кстати, если вам понравился выпуск, вы можете также поддержать нас на Boosty и оформить подписку, потому что благодаря вашей поддержке на Boosty мы можем делать эти видео на регулярной основе. Плюс за это вы получаете ранний доступ к новым видео и прочим дополнительным материалам, которые можно посмотреть также на нашем Boosty, если вы нажмете на ссылку под этим видео. Кстати, сейчас вы на экране видите имена всех тех потрясающих людей, которые уже поддерживают нас на Boosty. И особенно хотим выделить Тоню Бабушкину. Спасибо тебе большое. Так что присоединяйтесь. Вне зависимости от того, какую подписку вы выберете, это очень поможет нам в процессе. Спасибо вам еще раз огромное, что смотрели. Надеемся, вам понравились наши старания. Да. Итак, до следующего раза и счастливого конца света. Счастливого конца света. Пока.